Ситуация вокруг Бахмута остается крайне напряженной, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире украинского телемарафона. Он утверждает, что российские войска пытаются продвинуться в сторону города, но ВСУ пока удается отбрасывать их. Артиллерийские обстрелы Бахмута не прекращаются. Накануне в городе погибли еще двое мирных жителей, сообщил у себя в телеграме Павел Кириленко. Уже надоело. Уже 8 месяцев будет 24 числа. 8. Поэтому надоело. Очень сложно. Мы не знаем, откуда и куда стреляют. Живем под обстрелами. Выживаем. О продвижениях ЧВК «Вагнера» в районе Бахмута рассказывают, в частности, так называемые российские военкоры. Тем не менее, в Американском институте изучения войны считают, что в Москве сильно преувеличивают действительность для того, чтобы иметь возможность заявить об успехах хотя бы на одном направлении.